Всем привет, с вами DoublePlay, и мы продолжаем игрушку по названию Vendir. Она все еще в бета-тесте, я просто продолжаю, так скажем, через пару дней после предыдущего видео. И что я хочу сказать, то есть я звук убрал. Я верну музычку, так будет более так интереснее. Хочу дальше посмотреть, там я вроде как видел, ну еще... Вроде как уже есть видео по этой игре, но они на английском языке, я так просто просматривал. Там, короче, еще есть ветка навыков, здоровенная, короче. И давайте же дальше посмотрим, что у нас будет и по сюжету, и, в принципе, по возможностям этой игры. Так, Devil и Play. Кстати, многие пишут на Discord-канале, что у них, ну, не то что проблема, но неприятность, так скажем, в том, что мало букв можно вписывать в свой ник. Малое количество очень. Не хватает, короче. Как мне, в принципе, да? Devil и P, только Play не смог написать. Ну, такое. Я думаю, что это все изменится. Это пока бета-версия. И приятного всем просмотра. Я уже начал. Так. Давайте вспомним, что у нас тут вообще, в принципе, творится. У нас какое-то письмо. Это задание. Так, по броне, по оружию ничего у нас нет. По оружию, точнее, уже одето. И то, что это у нас... И то это какой-то древний, самый поврежденный меч, короче. И, кстати, у нас еще какая-то мелия. А, кстати, можем с нее снять? О, а интересно, можно было в начале игры поснимать всю там экипировку с других помощников? И, так скажем, надеть на своего героя. Да уж. Эгвип... Давайте надену своего главного героя, ребят. Там уже дальше посмотрим. Да. Круто. Я даже не смотрю. А где есть, типа, показано? Просто не вижу. А, вот. О, мы уже можем прокачать, кстати. Статы. Статы. Так, а ну-ка, плюс 26. А, 26 это с оружием, а наши чистые. Вот слева, короче, показаны наши базовые статы, а справа это уже с одеждой, там, с оружием. Ну, давайте так оденем. Ой, оденем, говорю, прокачаем. А сколько у меня? Все, закончилось. Так, ловкость, там еще харизма. Кстати, кто шарит в английском, можете писать в комментариях, что означает, например, endurance. Кажись, вот это у ворот, наверное, да, скорее всего, у ворот. Видите, какой человечек, короче, куда-то бежит, как будто. Угу. Ну, интеллект прокачать не надо, мы же силача выбрали. И, кстати, я думаю, что в дальнейшем я, наверное... Кстати, она тоже как силач, да, идет. Видите, у нее 10 атаки. Так... Скиллы еще. А, во, кстати, про это. Нифига себе, вот это разветвление идет. Крут. Мне нравится такое. Я как-то играл в Final Fantasy 10, 10 часть на PlayStation 2. И там, блин, вообще ветка громеннейшая. И мне так нравилось прокачивать персонажей там, блин, капец. Ну, кто играл, тот поймет. Кто не играл, ну, игра, в принципе, старая, то уже на любителя. У кого есть PlayStation или, в принципе, эмулятор можно скачать на ПК и сыграть в эту игру. Так, что у нас еще? А, левое, наверное, разветвление идет. Нет, двойная атака. Так. Давайте прокачаем лечение, да? А, еще можем прокачать. Ну, давайте еще и двойную атаку. Два удара. Кстати, мне этот удар очень нравился в этом Vampire's Fall. Я так понимаю, если под... А, это я бабу прокачал. Короче, в принципе, то же самое сделано здесь. Они одинакового класса, я так понял. Нравился этот удар двойной. Он, блядь, выручал очень часто. Ну, там дальше, конечно, еще прокачивался дальше. И там еще дополнительные какие-то плюхи появлялись. Так, подожди. Ой. А что в левую? А какая разница в левую или в правую? Не знаю. Пускай будет в правой руке, мы же правша. Ну, зато смотрите, наш персонаж уже полностью разодет, прям как следует. И выглядит. Кстати, еще нравится мне то, что, видите, тут переодел персонажа. Вся броня, все оружие, все видно.
И не только в бою, а так тоже, когда бегаешь. Так, нам надо налево, да? Ага. А что, вот тут такой вот туман? Ну, закрытый, видите, вот эта территория. Наверное, после заставочки нас типа туда телепортировало, да? Я так понимаю. А это у нас метка какая-то стоит. Давайте уберем ее. А можно ее убрать? А, можно вот. Чтоб не отвлекало, чтоб не путал нас. Ну, поехали дальше, ребят. Так, опять-таки не будем сейчас зацикливаться на тексте. Это что такое? Короче, нас поймали и куда-то закинули. Блин, а я так что так радовался, что мы там главного героя одели. Походу, это просто был... Было, так скажем, и все. И не будет сейчас пока что. А ну. Топор, броня. А ну. Ну, это типа, ну, начало игры нам показали возможности игры, да, я так понял, там... Одежды, даже дали возможность переодеть их, снять, например, с помощников, одеть на главного героя. Но, тем не менее. Я так понимаю... А, не, подожди, а не так уж и далеко мы. Мы же только что тут были, да? И нас сюда телепортировало. Допустим. Ага, книгу какую-то взяли. Скрипториум какой-то. Это типа оружие такое, да, для мага? Или же это у нас... Короче, какой-то монастырю. А, это задание какое-то. Так, это сундук. Ага. Какую-то шмотку мы с вами нашли. О. Короче, на ноги. А это что? Так, ладненько. Заходить в дома мы не можем, понятно. Это что? А, это задание, видите, такой зеленый восклицательный знак. Ну, немножко, конечно, как-то, знаете, все темно и не особо хорошо все видно, если честно. Но я думаю, что это изменит со временем. Так, какой-то еще мы... Rat Infestation. Ага, первые наши враги, да? Это как, знаете... Ну, как и в предыдущих играх. Слово забыл. Так, зелье силы какое-то мы нашли. Так. Короче, какая-то женщина, что ли, плачет и что-то там. Короче, разговаривать не умеет. Глухонемая, наверное. Или просто языка не знает. Что я взял? Ага, оружие взял. Ну да, здесь вроде как я помню, есть... Типа режущее, колющее оружие и... И это типа, да, ударяя, ударное оружие типа. Ну, давайте во вторую руку. Ну, в каждой руке будет оружие. Ну, прикольно будет. Ага. У нас задание было, да, против крыс. Так, не то. А есть здесь типа кнопка, где, ну, квесты можем смотреть. Я так понимаю, квесты мы тут можем смотреть. Да не. А, вот квесты, вот-вот. Активные квесты, общаться с каким-то карвером и еще побить атакуем крыс. Это будет этот самый. Новая локация? А, нет, сразу бой. Так. Можем хилиться, кстати. Хотя бы скиллы остались. Да, оружие и броню забрали, а вот скиллы остались. Это хорошо. Но я думаю, что нам в любом случае пригодится этот... А, в обе руки я ей поставил, да? Оружие. Круто.
Не, ну а у них урон слабый, поэтому думаю, как-то мы переживем все это. Так. Вот этого можно. А. Кстати, вот написано мне 16 урона, да? Интересно, ну ровно 16 бьет или может больше ударить? Я надеюсь, что больше может дать, потому что... Не, ровно 16 получилось. Ну ладненько. А вот эти, видишь, 27. Ну это крит удар был, да, сейчас? Кританули. Так. Давайте... Сука, еще увернулся. Давайте добьем хотя бы одну крысу. Одной проблемой меньше будет. Так, и давайте используем хил, посмотрим, что он из себя представляет. 28 хп. Понятно. А, ну, в принципе, тут указано, сколько он хп восстанавливает. Я что-то... Не сразу это... Ёб твою мать. Так, секундочку, я уберу уведомление, а то оно бесит уже. Так, наверное, два удара сделал, потому что... Хотя можем ее просто хильнуть, вот эту помощницу нашу. Ну... А ей просто ударим обычным. А, что, я два раза могу, что ли? Я сейчас что-то не понял, короче. Я, походу, ею хильнул. А им, короче, все. Ладненько. Надо привыкнуть к управлению. Ну. Ну, слово «выбери врага» появляется. Ну, лучше бы просто они делали так, чтобы показывал, типа, рамочка. Типа, нажал на скилл, и рамка такая появилась, что вот ты, типа, выбрал. А дальше, типа, выбирай врага. И, типа, стрелка на врага. Ну, как-то так. Так. А мы можем, кстати же, выбирать персонажа, кем идти. Тоже, кстати. Есть такое... Так, она добьет, пускай уже, а то что-то... 32 хп, нету лута, но зато нам дали бабло. Так. Можем открыть за 100 валюты, которые донатные, я так понял. Но мы это пропустим, потому что у нас нет такой валюты. Так, и я так понял, можем возвращаться, сдавать квест наш. Не, ну классно. Ощущение, как будто играешь в продолжение Vampire's Fall. Ну, крах вампиров. Ну, не знаю, мне что-то нравится больше говорить, так называть по-английски эту игру, потому что... А, потому что я когда начал в нее играть, там было название такое. Но потом уже переименовали в Google Play Market «Крах вампиров». Ну, как-то вот так. А где, кстати, мы? Где это? А мы можем, кстати, так сделать, да? А ну-ка. Квесты. И трак. О. Показывал, где это. Вот. Тут, кажется. Ну, да, это наше первое поселение, считайте. Так, подожди. Это, наверное, не то. Я ж помню, вроде где-то... А, это основное задание, куда мы сейчас пришли. А вот это, наверное, вот видите, здесь стрелку поставил. Вот сюда, наверное, идти. Ну, давайте сначала сдадим квест вот этот дополнительный. А потом пойдем на главный сразу. А ну. Нет. Не это. Дальше вроде. А, не. Короче, что-то я запутался уже. Ага, тут есть еще... Карета, с которой можем быстро перемещаться среди локаций. Еще один квест взяли. Не, ну просто мне очень интересно, а где вот это квест?
Наверное, вот здесь тогда. Но я помню, что где-то в той стороне это было. Ну, где-то вот тут было. Вот мы так шли дальше, да? То ли у этой мы брали. То ли вот здесь брали. Ну, я говорю, опять-таки, плохо видно, где кто стоит. NPC. Вот, кстати... Не, не оно. Фиг его знает теперь где. Ну и не тут я помню, что было. Так, а что это здесь отмечено такое, я не понял. Вроде ничего нет, а на карте что-то есть. Так, ладненько. Поехали туда. Так, еще раз давайте глянем. Мне что-то не дает покоя это. А, надо еще второе, короче. Понятно, все, понял. Я думал, что я уже закончил, что его сдавать надо. Оказывается, еще второе, типа, нору, крысиную нору надо уничтожить. Ну, сейчас давайте не будем этим заниматься. Хочется посмотреть, что дальше по сюжету будет. О, еще и сундучок. Что это такое? Нашли? Ага. Ну, давайте ему поставим щит и меч, а у той будет оружие в каждой руке. Ну, хотя, вроде бы, я как помню, в Vampire Soul, кажется, щит и дубинка это был, кажется, имба была. Потому что, ну, в PvP, по крайней мере, точно. Да даже не в PvP, и против монстра тоже нормально работало. Так, ага, мы не к тому NPC подошли. Думаю, что-то нашли с вами. А что это такое? Ну, у этого урона меньше, но это... Похоже, что-то на посох. И я так понимаю, больше, наверное, подходит на... Да, интеллигенс, видишь, написано. Для мага, короче, оружие. Так, что такое? А, типа задание выполнено и дали новое задание, понятно. Я думаю, бой сейчас начнется, думаю. А, еще и мы уровень повысили за то, что выполнили задание. Так, что у нас тут, кстати, по скиллам? А можем прокачивать уже открытый скилл? Так, ну вроде написано открыт. А это что? И типа тоже открыт. Ну ладно. Допустим. Вот это открылось, даже не смотрел, что это открыл. А, провокация. Так, и еще у нас, да, есть что-то? Или уже не можем? Не, не хватает очков навыка. Короче, это надо все сидеть, изучать. Это потом уже, ну, не в видео уже буду смотреть отдельно. Так, что у нас дальше идет? Еще и свет выключили. Так, ладно. Ага. Еще даю задание. А, сразу с несколькими людьми надо, короче, походить, поболтать. Ну да, видите, вот отмечено оно везде. Раз, два, три. Понятно. Ну, ладненько, ребята, это уже сделаем мы с вами в следующей серии, опять-таки, в зависимости от вашей активности, поэтому обязательно прожимайте лайки, подписывайтесь на мой канал, прожимая колокольчик на все уведомления, и будет вам чудо, будет вам продолжение. Игра, ну да, здесь надо, конечно, немножко еще сидеть над текстом, работать, переводить его и так далее, но тем не менее,
Я думаю, что мы справимся. Опять-таки, все еще и зависит от вас. Не забывайте об этом, поэтому не забывайте прожимать, делать то, что я вас прошу. Оставляйте комментарии, также не забывайте. Спасибо, что досмотрели до конца. Я бы, может, еще дольше записал, но свет вырубили. Сейчас запись просто прекратится и так далее, и будет жопа. Поэтому всем спасибо, что досмотрели до конца. Всем удачи, всем пока.